Приветствую вас на нашем канале. Сегодня поговорим про пользу такого привычного овоща, как морковь. Морковь является древнейшей огородной культурой, о которой сегодня знает любой человек. Ее сладкий и сочный вкус знаком каждому с детства. Овощ употребляют в свежем и вареном виде. Неповторимые свойства растения объясняются химическим составом, содержащим огромное количество минералов и витаминов. Ценен овощ бета-каротином, отвечающим за синтез витамина А в организме человека. Каротин выступает в роли антиоксиданта, защищает ткани от преждевременного старения, отвечает за состояние сетчатки, укрепляет костный аппарат, ускоряет регенерацию поврежденных тканей, борется с инфекционными процессами. Витамин А оказывает важное значение для развития ребенка в утробе матери и в период грудного вскармливания. Любите шопинг? Возвращайте часть денег за покупки в интернете с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Влияет на поддержание мозговой активности. Жирорастворимый бета-каротин усваивается, если сырую морковь есть вместе с маслами, сливочным, оливковым, растительным или со сметаной. Витамин С в составе – это мощнейший антиоксидант, обеспечивает синтез коллагена, улучшает кровеносные сосуды, выводит из организма свободные радикалы, усиливает работу иммунитета, регулирует процессы образования зрелых клеток. Витамин Е – жирорастворимый антиоксидант, влияет на свертываемость крови, обогащает ее кислородом, препятствует образованию тромбов, помогает в восстановлении тканей, необходим для роста детского организма, поддерживает холестерин в норме, предотвращает появление раковых заболеваний. Жирорастворимый витамин К в составе нормализует процессы свертываемости крови, обмены веществ в костной и соединительной тканях, нейтрализует сильнейшие яды. Никотиновая кислота, составляющая часть витамина В3, используется для лечения повышенного холестерина, атеросклероза, гипертонической болезни, улучшает запоминание и концентрацию внимания, нормализует перистальтику кишечника. Водорастворимый витамин В1 стимулирует мозговую активность, повышает мышечный тонус стенок желудочно-кишечного тракта, помогает образовывать новые клетки, снижает стрессовые волнения и депрессивное настроение. Витамин В2, рибофлавин, повышает остроту зрения, предохраняет сетчатку глаз от ультрафиолетовых лучей, участвует в образовании гормона стресса, благоприятно сказывается на нервной системе, преобразовывает органические соединения в энергию, влияет на эластичность и упругость кожи, восстанавливает слизистые оболочки. Витамин В2 улучшает усваиваемость других витаминов, стимулирует выработку гормонов надпочечников, участвует в формировании антител. Витамин В6 обеспечивает обмен аминокислот, служащих для построения белков, способствует усвоению жирных кислот, выводит излишнюю жидкость, снижает кровяное давление. Фолиевая кислота необходима для работы кровеносной и иммунной системы, участвует в процессе создания новых клеток, синтезе аминокислот и ферментов для выработки гормонов счастья. Минералы в составе – калий, магний, йод, кальций, фосфор, марганец, натрий, железо, цинк, молибден и другие, а также сахара до 12% в виде глюкозы, клетчатка, эфирные масла, крахмал, пектин. При регулярном употреблении овощ оказывает профилактическое и лечебное действие на такие заболевания, как онкология, воспаление ротовой полости, желчекаменная болезнь, заболевания верхних дыхательных путей, желудочно-кишечные заболевания, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, почечные заболевания, заболевания глаз, импотенция, простудные заболевания. Морковь противопоказана при язве желудка, панкреатите, колите, камни в почках, острая форма диабета. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и будьте здоровы!